Другой вариант – погрузить Британию в морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то. Систему какандо сотто. Коза? Ci stiamo cagando sotto. Cosa? Ci stiamo cagando sotto. Ho capito, era per dire ma va.